Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня мы готовим пшенично-ржаной хлеб с французской горчицей. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Для хлебушка нам нужны будут следующие продукты. 220 мл теплой воды, 20 граммов свежих дрожжей или 2 чайные ложки сухих дрожжей, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки французской горчицы, 3 столовые ложки растительного масла, пшеничной муки и 150 граммов ржаной цельнозерновой муки. Сначала, как обычно, готовим опару в теплую воду, не горячую. Добавляем сахар, добавляем дрожжи, размешиваем. И добавляем 3 столовые ложки муки с горкой. Я добавляю в опару пшеничную муку. Раз, два и три. Размешиваем. Опару оставляем в тепле на 15 минут до образования шапочки. Смотрите, опара вспенилась. Теперь только добавляем соль. Сначала добавляем полностью ржаную цельнозерновую муку, размешиваем. Теперь добавляем французскую горчицу. Хорошенько вымешиваем. И теперь частями добавляем пшеничную муку в тесто. Добавляем пшеничную муку, добавляем немного растительного масла, нам так удобнее будет вымешивать тесто, и вымешиваем тесто прямо в миске. Снова добавили остаток растительного масла и вымешиваем. Теперь берем чистую миску, дно и бока смазываем растительным маслом и выкладываем сюда тесто. Смотрите, тесто у нас должно быть мягким, не забитым. Еще раз указываю точное количество муки. 150 граммов ржаной цельнозерновой муки и 220 граммов пшеничной муки. Накрываем тесто и оставляем в тепле на 1 час. Тесто поднялось. Теперь берем форму, любую. У меня форма кирпичиком, ей уже много лет. Мама у меня печет хлеб практически каждый день. Смазали хорошо форму растительным маслом. Остаток я выливаю себе в руку. Что у меня здесь осталось? Теперь берем тесто. Смотрите, скажу вам сразу, что хлеб с цельнозерновой ржаной муки немножко плотнее по структуре, и он будет у вас подниматься дольше и в форме, и когда вы просто сделаете замес. Теперь формируем буханочку кругленькую, вот такую, и перекладываем в форму кирпичиком аккуратненько. Слегка придавливаем сверху. Накрываем хлебушек полотенцем и оставляем для расстойки. После расстойки хлеба, которая по времени заняла 50 минут, растаивается хлеб долго, так как он у нас пшенично-ржаной, с цельнозерновой ржаной мукой. Ставим хлебушек в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Хлеб выпекался в духовке 40 минут. Разрезаем. Смотрите, какая структура. Хлебушек этот полезный, поэтому смело готовьте. Пористый и очень вкусный. Смотрите, какая структура. Мягкий, нежный. Хочу вам показать хлебушек в разломе.
Невероятно вкусный и нежный хлебушек. Влажноватый слегка внутри. Ароматный, аппетитный, смело выпекайте. Хлебушек получился просто класс. Подписывайтесь на канал «Готовим с любовью». С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.